Всем привет, друзья, с вами Бомж, и сегодня будет супер топовая серия. Сегодня, как обычно, подведем итоги сезона, постараемся найти что-то вот в этих боксиках. Нам, конечно, по-любому хватит, как раз-таки вот прилетела именно нужная цифра, вот гляньте сюда. Ну и сейчас нам нужно немного ключиков собрать, я не знаю, есть ли у меня даблеры. Нет, даблеры закончились. И, ребята, не забывайте, что у меня есть собственный код ММА, но еще очень важный нюанс, о котором я не знал, что этот код сбивается через неделю, так что если вы его поставили неделю назад и не чекали, то, возможно, стоит еще раз поставить, если, конечно, есть такое желание. Но, не знаю, как я говорил, что мне особо непонятно, почему он сбивается, но пока вот так вот все это работает. И давайте начнем сразу с гемасиков. Эмс хороший бравлер. И следующий ролик уже будем ее по-любому добивать и заберем нашу крайнюю награду, пройдем на бомже эту игру. Окей, против нас бот 8. Нифига себе. Ой, девочки, Рамазан. Dream Team, блин. Интересно, а против нас вот бот это бот или не бот? Но судя, фиг знает, судя по его движениям, он начинает стрелять не заранее. Стреляет, когда только видит. Хотя на таких кубасах, в принципе, это нормально. Держим, просто держим. Самое главное не нафидить на пушечку Пенни, потому что со временем можно люто потерять контроль и просто отлететь на изи. Давайте заморозим. Головка полетела, а вот и пушка. Надо ее сносить. Хотя у нас же есть Мистер Пи, у нас есть Пингвиненок, у нас есть Тик. Так что пушка нам не страшна, потому что мы ее закидаем на изи. Самое главное, чтобы не поджали. Ну, а добивать, наверное, будем, как обычно, в ШД, хотя можно, так сказать, крайне тему сделать, например, сделать в 3 на 3, то есть все почти каточки были в ШД после того, как вы писали, что я не апаюсь там, ну, не особо честно, не у всех есть тима и так далее, то можно будет сделать это и немного иначе. Подвести итоги крайне в 3 на 3. Но погнали, гемы довольно-таки легко нам дались, но иногда на таких кубасах такие топовые тиммейты, что просто никак не вочь, на тебя втроем наваливаются, и ты вообще ничего сделать не можешь там. Как бы не уворачивался, как бы не налетал, не старался, просто тупо без шансов. Давайте сделаем по-быстрому футбол. Так, подбор немного долговат, обычно сразу закидывает. Окей, ребят, у меня там немного залагало, пришлось немного вырезать, но ничего по сути не происходило, я как стоял на фланге, так и оставался там. И здесь пингвиненок, блин, он свою станцию поставил, теперь этот маленький друг задалбливать будет. А где наша станция? Блэд Авол, где ты? Рома 228, что за Dream Team? Так, да он просто может вперед идти и... Ой-ой-ой. Летит торпеда. Да блин, все равно достал. Че за фигня на таком расстоянии достает? Вы серьезно? Так, Мистер Пи, я тебя понял. Ты сегодня походу не планируешь ставить станцию, у тебя ее просто нет. А у этого уже вторая, блин. И то, стоит уже сколько времени? Там бы бита. О-о-о, неужели в самом деле? Так, достаем, нормально. Окей. Ну, как видите, вот сейчас, ну, как бы я не умираю, но мне это не помогает, потому что я все равно не могу пройти. Там просто по КД летит от Тика, летит этот маленький пингвиненок, бит накидывает и что-то еще там. Я уже запутался, все, что там есть, в общем, летит в мою сторону. Не, ну, через бита пройти, будучи, когда у тебя 2к хп, это очень-очень умно, конечно, братан. Тик задолбал, как же он задолбал. Ладно, сейчас карта раскроется, будет полегче. И вот это отличная контра против
Тика, ребята. Чтобы вы понимали, маленький пингвиненок выбегает, он пускает голову, и просто твой пингвиненок появляется снова. Ну, а вот голова уже будет не скоро. Почему ж так урона много прилетает? Давай, хотя бы разочек попади. Хорош. Хоть что-то сделал перед своей смертью. Но теперь можно поддавить. Дай пас. Так, чел тапает просто. Ладно, есть шанс забить. Нет. Ай. Ай. Вот это да. Блин, что за дичь. Что за тупая катка? Просто 2.5 минуты играемся. И я еще здесь не поймал. Хотя, не знаю, я прям в этом мяче стоял. Но, короче, вот такая тема бывает, да. Как бы ты там ни старался. Тиммейты, тормозы. Но я там в конце тоже не поймал. Но после того, как мы не забили, по сути, уже было пофиг. Что, я сейчас, да, я сейчас мог бы на ничью сыграть. Но что мне это даст? У меня забрали -1. Мне и так терять нечего. Нам нужно было быстренько выиграть и погнать дальше. Ну вот что делает Прима? Вот куда он идет? Ты, может, еще и кругосветку вообще дашь? Ну мы вообще сейчас ботами, походу, играем. Они просто на месте стоят. И при всем этом Прима умудряется просто бегать. Боже. Вот эти боты, они и то умнее будут, чем этот Прима. Боже, что делает, а, этот человек? Если вообще его можно назвать таким. А где вообще второй? Может быть, он тоже бот, фиг знает. А, он вообще спит. Качок, Спайк, Ютуб. Ну, хотя бы бот включился, бот и то получше будет. Тот вообще куда-то прыгал на Пока в упор. Ну да, видите, бот нормально отыгрывает. Урон наносит, тыки попадает. Все делает для того, чтобы мы победили. И делает это куда лучше, нежели чем обычный игрок, который сейчас управляет этим аккаунтом, точнее, вообще заведует им. Хотя, судя по Эльприма, походу это тоже бот. Ну, типа он просто тупо прыгает. Хотя я не удивлюсь, что это человек. Не, обычно боты всегда стреляют. Привет. Привет, блин. Надеюсь, с тобой я больше не попаду. Но это потому что очень тупо. Ну, то есть, боты, они всегда будут стрелять мечом. Они не будут вот так заносить его. И окей, нам нужно... Давайте лучше сыграем с ШД. Это будет повеселее, нежели чем... Третий бокс мы будем добивать в сейфе и потом просто вечность там торчать, когда кто-то будет АФКшить, опять боты включатся. Ну вот, давайте сразу зарубимся. Висмаил. Висмаил решил не рубиться, отдал мне бокс без боя. Но, возможно, ко мне еще вернется, возможно, просто затаил злобу. Такие типы бывают, типа все окей, забирай, а потом, ну вот сейчас смотрите, возвращайся. Он баночку собрал и все. Теперь он... Я же говорил, он затаил злобу. Ну зря ты не хилишься. Так, ладно, давайте мы тоже похилимся, а то он умный, по горшкам дежурный. Бегает туда-сюда, как будто это его спасет. А вот здесь админ Тимур, это опасно. Он же админ. Смотрите, он готовит затяжку. Давай. Показывай. Вау! Он затянул, вы видели? Вот это мастер-класс. Еще одна затяжка. Что за бог Джина? Что за бог на Джине? Так, Артур. О, Чика. Чика Бомбони. Вот не поверите, ребят, вот до того, как этот ролик снимал, почему-то вот эта фигня в голове крутилась. И не поверите, вот сейчас я такого типа встречаю и хотел вас спросить, что это значит. Что это за ник? Ну, то есть, я до этого ролик начинал, думаю, сижу такой, думаю, вообще ни о чем. Просто такой в голове вопрос, а что такое Чика Бомбони? И представляете, сейчас вот такого встречаем. Офигеть. Ой-ой, эта битва будет легендарной. Арк Варден. А такой не дурачок, смотрите, он накидывает, он все грамотно делает. Это топовый профессионал на кроу. И если он накопит на ульту, то мне будет труба, что он сейчас и пытается сделать. А мне нужно будет наоборот подождать. То есть у меня есть ульта, мне спешить некуда. Нам нужно подождать, пока карта немного сузится, чтобы он же не смог отступить, когда его зафризим.
Нам просто один плотный заход. Надеюсь, у него ульты еще не скоро будет. Ну, точнее, там... Сколько? Может, 50%, а может, одна тыка и уже ульта будет, и тогда я смертник. Ждем, ждем. Ладно, погнали. Не, ульты нету, нормально. Все нормально, хотя не факт, что он успел бы среагировать, но если бы он на упор залетел бы, то все, я бы уже ничего не сделал бы прям. Даже, наверное, не покоцал бы. Окей, у нас есть 34 жетончика маленьких. Мы забираем третий бокс. У нас есть бигбокс. У нас есть еще бигбокс за 500 старпоинтов и за 1500 мегабокс. Блин, и как же я надеюсь что-нибудь еще найти. Но чтобы вы понимали, давайте глянем вероятность. У меня на Легу была выше вероятность, пока я не нашел Макс. Блин, обидно. Хотя, с другой стороны, Макс найти тоже прикольно, потому что это все равно не супер простой там бравлер. Все-таки мифик. Мифик — это не шуточки. Вот на нее скин продают. Окей, давайте, знаете, что сделаем? Давайте мы с вами понадеемся, что найдем светящуюся цифру, и тогда мы точно что-то открыли. Но если такой цифры не будет, которая будет мигать, то значит до свидания. Так, три билетика. Ну... Два билетика. Дай гемасов хотя бы, может. Ну ладно, я слишком много прошу, наверное. У меня хотя 60 гемов уже, это тоже неплохо. Но тут пока ничего интересного. И вот они. Билетики, боксики. Давайте попробуем начать с бигбокса. А после этого мы с вами потратим наши крайние старпоинты. На следующий сезон нам уже не хватит. А возможно, следующего сезона для нас уже не будет. Три гемаса, неплохо. Ну и теперь надежда на мегабокс. Давайте не будем тянуть, просто погнали сразу. Хотя вот здесь тоже скринчик на всякий случай сделаю, мало пригодится. Но я думаю, что нифига не пригодится, потому что здесь 5 итемов. И... Нифига. Нифига, конечно, он дал дофига старпоинтов, но по сути это нафиг не нужно. Блин, как же печально. Как же это печально, потому что... Ой, шанс, конечно, повысился на Легу, но это нам ничего теперь не дает. Но зато у нас уже есть 5к голды, так что будем эмс добивать и будем подводить эту игру на бомже к итогам. Но может быть, что эти итоги будут иметь свое продолжение, так что обязательно следите за каналом, следите за бомжом. Закидывайте лайк, если вы любите серии по бомжам. По бомжам. По бомжу. В общем, ребята, с вами был Бомж. Всем удачи и всем пока.